Да. Так я не поняла, Олег, ты почему до сих пор не на работе? А сколько время? Ох, все, я лечу. Ох, и надоели мне уже твои опоздания. Ну сколько можно, Олег? Да я это, понимаете, ключи от дома найти не мог. Вот я же вижу, что это неправда. Ну вот хоть раз, Олег, ну признайся мне, ну почему ты опаздываешь все время, а? Вы только не смейтесь. Понимаете, по утрам мой любимый мультик идет, Спанч Боб. Он начинается, вот я пока не досмотрю, не успокоюсь. Да, а ведь взрослый вроде бы парень. Ладно, все равно я на встречу из-за тебя опоздала. Поехали, я знаю, как тебе помочь. Детский сад какой-то. Вот все, что угодно могла предположить, но только не это. Ну что же, так и быть. Покажу парню, как в такой ситуации взрослые люди поступают. Вот скажи, ты что-нибудь про интерактивное телевидение слышал? Ну, в общем, это такая как бы... То есть не знаешь? Нет. Понятно. Интерактивное телевидение – это возможность смотреть ваши любимые программы в удобное для вас время. Это совершенно новый формат телеэфира, позволяющий настроить программы индивидуально под каждого члена семьи. Если вы любите провести ваш вечер возле телевизора, то пусть ваше время будет потрачено на реализацию ваших личных потребностей. Вот представь, идет по телевизору мультик твой любимый или передача интересная, а тебе отлучиться надо. Да пожалуйста! Даже если она идет в прямом эфире, ты ее всегда сможешь поставить на паузу. А если какой-то эпизод просмотрел или прослушал, так и вообще воспользоваться функцией перемотки. Твой любимый Спанч Боб транслировался пару дней назад, а ты его посмотреть не успел? Не беда, в архиве хранятся все вышедшие в эфир программы и фильмы за последние 72 часа. Слушай, а ты вообще в курсе, что твой мультик любимый не только по утрам показывают? Да ладно. Ну, понимаете, просто я как бы газеты не покупаю, и я не знаю, что там показывают. Ну, кроме утра. А тебе больше никакие газеты и не понадобятся? Просматривай программу передач прямо со своего телевизора. И вообще, он у тебя теперь настоящая кладезь развлечений. Хочешь, удивляй своих домочадцев умением петь в караоке. А хочешь, устраивайся поудобнее и выбирай в виртуальном видеопрокате различные фильмы или сериалы. И смотри их не только в HD-качестве, но и даже в формате 3D. Ты теперь, можно сказать, властелин своего телевизора. Выбирай желаемый пакет телеканалов и наслаждайся просмотром. Трина Александровна, мне прибавочку к зарплате. Это с какой-то еще стати? Ну, услуга-то, наверное, не бесплатная. А вот и нет. Между прочим, подключение как раз бесплатное. Оплатить нужно только абонентское оборудование. Но и тут тебя ждет приятный сюрприз. Такую покупку можно совершить в рассрочку от 6 до 48 месяцев. При этом наслаждаться практически настоящим кинотеатром у себя дома ты сможешь уже начиная с сегодняшнего дня. Олег, ну ты меня прям радуешь сегодня. Я даже замерзнуть не успела. Я вот вас, между прочим, минут 10 уже жду. А вот вы, Ирина Дежиная по рубрике, опаздываете. Между прочим, начальство задерживается, а не опаздывает. Поехали, наблюдательный ты мой.